Вот, дорогие мои, лучочек у нас, лук у нас обжаривается на растительном масле. Те продукты я беру произвольно. Вообще, это рагу желательно бы готовить, ну, в глубокой сковороде, но у меня таковой нет. Можете даже в казане, можете наподобие вока сковороду там готовить. Ну, у меня вот, поэтому я взяла продукты понемногу. В общем, у меня жарится лучок. Берем сюда, я нарезала одну небольшую морковочку. Тоже сюда мы закидываем ее. Пусть она пока прижаривается. Лук с морковкой у нас обжаривается. Туда же мы теперь выкладываем мясо куриное. И кусочки. Кусочки тоже я произвольно нарезала. Пока солить мы не будем. Ложечку. Так перемешаем. И пусть она обжаривается. Так, перемешаем мяско с луком, с морковкой. Видите, уже оно побелело мяско. Не надо нам сильно его обжаривать, чтобы оно было до корочки. Не надо, мы рагу делаем. Сюда же мы выкладываем. Здесь вот я порезала, почистила один болгарский перчик. Вот минуты две. Это все покипит, дальше будем делать. Потушился наш перчик. Дальше у нас выкладываем сюда кукурузу консервированную. Сюда же мы добавляем. Дальше у нас идет фасоль красная. Можно белую консервированную. Вот я ее всегда маленько промываю. Раскрепаем это все. Дальше у нас идут помидорки. Можно пасту томатную. Так, дальше у нас перчик черный. Можно, кто любит поострее, еще перчик чили сюда добавить. Так, поперчили. Дальше у нас идет паприка. Паприку сладенькую сюда добавляем. У нас идет чесночок. Здесь у меня где-то полтора зубчика чесночка. Сильно много не надо увлекаться. Он будет у вас горький. Сюда же мы добавим ручкой соли. Теперь мы маленько посолим. Сюда еще по вкусу можно добавить чуть-чуть на кончике ножа корицы, дорогие мои. Вот. Мясо. Мясо тут есть. 2 килограмма. Ну, видишь, сковородка маленькая. Еще перемешиваем это все. Вот у нас будет какое рагу. Так, перемешали хорошо. И накрываем крышечкой. Сейчас мы накроем крышечкой. Убавим огонь. У нас на среднем огне были. Температуру мы немножко убавляем. И пусть она у нас тушится уже до готовности будет тушиться. А у нас какая? А какая крышка классная. Все, пусть тушится. Все, дорогие мои, рагу наше готово. Оно еще минут 10 потушилось, потому что это не каша, ее должны быть кусочки целыми. На виду будем мы ее выкладывать. Нашу чашечку. Видите, сколько соку выделилось. Так вот выкладываем. Мяска достаточно много. Целая. Зеленью можно сверху присыпать. Что, дорогие мои, всем приятного аппетита. До новых встреч. Не забудьте подписаться на мой YouTube канал «Рецепты мудрой мамы». Всем пока-пока.